Да, сразу видно, девочка очень довольная. Вот малышек собирает камешки. Тащит оттуда снизу. Еле-еле. А вот, кстати, в палатке, да? 2-3 ночи, комаров вообще нет, да, Наташкин? А я у костра тут сижу. Вот, колдую на двух шампурах с сардельками. Как же красиво. Прикормили чаек здесь. Мы отправляемся. Выезжаем из этого ада. Самоизоляция. Наконец-таки. Вот такой у нас наполненной вещами машинки. Куда? В поход на Волгу. На Волгу. Вперед. Виндсерфинг ждет. И наш хозяин. Какой хозяин? Водитель. Водитель. Да, нам надо садиться всего и уже рвать когти. Этого нашего путешествия. И вот с большим чувством удовлетворения мы рванули на наше любимое место на Волгу, оставив большой шумный мегаполис. После этого вот длительного карантина или самоизоляции мы рванули на Волгу, на просторы, на красоты нашей российской природы. Сделали маленькую остановочку здесь. И место, душа, конечно, запела. Да. И вот Наташка говорит, прям вот стоишь тихо, спокойно, и вот душа поет. А нам надо ехать вон туда, вот подальше, еще 20 туда. Километров, да. И там мы остановимся, наше местечко там будет. Угу. А так здесь, блин, вообще круть. Там вон народ вдалеке уже отдыхает. Палатка. По пути заехали в Углич, сделали остановку, повидали свою одну знакомую и рванули дальше.
Салют! С приездом! Нас! И вот прибыли мы на наше любимое место. Дорога у нас заняла в общей сложности 4,5 часа вместе с остановками и составила где-то 290 километров. Немножко отдохнув, мы стали собирать палатку. Палатку ставим большую, четырехместную. Она удобная и очень комфортная. Главное, под такую палатку нужна ровная площадка, без бугров и различных неровностей. А центр палатки, где у нас обычно находится стол, должен быть без наклонов. Мы выбрали место рядом с березой, чтобы в середине дня палатка была в тени. Так в теплую погоду воздух в палатке не сильно нагревается. Вот у нас внутренняя система палаточки. Я уж, блин, весь уже почти 50% сделали. Давай, теперь ты будешь снимать, а я подцеплять. Ну, это легко ты делаешь, работку-то. Вот, палаточка уже готова. Из машины вытащили основные вещи. Вот здесь вот у нас валяется еще одна палаточка. Это будет душ. Вот, а здесь у нас уже пыхтят наши копают удобства. Называется комната для наших нужд. Черный копатель. Вот. Опа. Вот она. Вытаптываем. Святое место. Святое место. Ну-ка. Опа. Святое прям как место раз. Будь умывали. Рядом с церковью. Крест. Крест и умывальник. Что там? Мы уже искупались. Вода теплая. Правда, красная. Наташка слегка психанула. Подул ветерок, она не выдержала. Начала выружать парус. Вот, вы посмотрите, а. Она даже какую-то скорость включила. Энную. Аккуратней, малыш. Вот так, малышечка. Вот, вот еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще каплюшечку тут, видишь, должна выйти, блин, она. Так, так, так. Еще каплюшечку. Еще чуть-чуть. Маленький напряг. После хорошего крепкого чая. Так, 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 так. Нога. Вот, наделся колпачок на самый кончик. Так. Как эротично. Эротично. Давай, Наташкин, дальше. Вон вдалеке баржа плывет. А у нас тут как дела идут? Так, Наташкин. О, у нее хорошо продвигается все. Парус приобретает форму. Посмотрите, а. Тут натянула. Кстати, я посмотрю, когда ей очень захочется и приспичит она все без меня. А может, вы посмотрите, как хорошо, а. Слышь? Красные штаны. Я просто очень хочу. Ты очень хочешь? Я ну хочу. Давай, давай. Ты за. Нет, подождите, вы за той баржей, да? Да. Ну-ну, давайте, давайте. С таким желанием, я думаю, вы ее догоните. Так, вот досочка лежит ее. Она, наверное, пойдет, скорее всего, на этой досочке, да? Да. Или побольше возьмешь? Какой? Побольше возьмешь? Какую? Вот эту. Ну, бери, да, ее. Так, 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 движуха идет. Так, это куда? Так,
Это не сюда. Так-так-так. О, правильно сообразили. Молодцы. О, а здесь классный вид церкви. На фоне облаков вообще супер. Смотрится замечательно. Так, мы отвлеклись. Ну, в принципе-то парус почти уже готов. Итак, мы девочку скоро будем наблюдать на воде. Давай, Натуськин, Волга ждет. Вот так мы опускаем парус. Прикиньте. Что тебе, прям туда его выкинь? Оба. Все, я сейчас пойду. Ты правильно сделала. Писька. Эх, понеслось. Задувает ветерочек. Вот моя серфингистка. Довольная девчонка. Вот так она штурмует берег. Да, сразу видно, девочка очень довольная. Вот она здесь даже убралась сегодня. Сделала маленький пляжик. Вот. И теперь у нее из нее плещет прям положительная энергия. Ну, вот посмотрите. Маленький отбойный молоток в действии на берегу. Шла бы ты, Пенелопа, чайку горячего жахнула бы. Ну да, и сейчас, ну, наверное, на сегодня все. Ну оставь пока, иди, попей чаю, чё ты. Может, еще дунет. Нет, пускай. Вот королевишна плывет. Подплывает. Успела сегодня урвать, катануть. Небольшой ветерок. Ну чё, ты довольна? Итак, малышек наш находился вдоволь, и он захотел вечерком сделать костер. Чтобы сделать костер, нужно его обложить камешками. Вот малышек собирает камешки. Тащит оттуда снизу. Еле-еле. У меня такой ненавязчивый вопрос. Нахрена вы девушку столько нагрузили, блин? Ничего-ничего. Давай-давай. А сейчас знаешь, что хорошо, да? Для полного здоровья и для похудания. Ведерко вниз, а потом опять вверх. Спасибо, любимый муж. Ладно, малышечек, давай. Мы все за тобой внимательно наблюдаем. Ведун у тебя, малыш, классный, а? Слышь? Let's! Эх! Let's, девчонка! Одобрям тебе! У нас процесс. Нямка. Для мужа. Малыша готовит. Какая-то девчонка вся замусоленная от виндсерфинга, затисканная. Села к плите. Кашеварит. Закатик. И вот с этой милашкой у нас вечерний посидел. Вот она сделала такой стол. Видите, как красиво. Вот уже вечерок, закат. И Наташкин вот об этом вот мечтала очень долго. Она сегодня накаталась, как ненормально, на серфинге рванула.
А сейчас уплетает за обе щечки. Так что вот такая у нас овощи. Романтика. Ну что можно сказать, день у нас прошел очень замечательно. Сама дорога, приезд. Установили палатку, разместились. Попробовали водицы Волги, искупавшись в ней. Посерфинговали. Так что считаем, день прошел очень хорошо. Особенно удался, конечно, вечер. Всем привет! У нас утречко. Мы уже побегали. Я и малышек. Вот, готовимся к завтраку. И сейчас мы, наверное, пойдем немножечко поплаваем. Вода вообще идеально гладкая. С утра ветра вообще нету. Вода прям стоит. Стекло. Наталья поплавала. После бега. Говорит, тепленькая. Так, а у нас здесь сейчас будет завтрак. Пустая идет. Вот поставили палатку, а вот здесь вокруг палатки небольшой подкопчик делать. Бывают сильные дожди, чтоб под палатку не лило. Так, а здесь вот очень много у нас всяких приспособлений, камер, телефонов, ноутбук вот возим с собой. Вот, вот такое маленькое устройство. Преобразователь 12 вольт в 220. Включили машинку, и вот у нас идет зарядка. Зарядка, все, что у нас работает, заряжается. Сейчас еще немножко, минут 20, и все. Наташкин занята делом. После завтрака нужно наделать хороших фоток, красивых. О, у нее еще завтрак. Ты, если честно, вчера собрала пару, вооружила быстро. Блин, я глазом не успел моргнуть. Понятно? Даже быстрее, чем ты. Да. Вот как, вот что значит девка. А потому что я бегала, а ты не бегаешь. Блин, ты не бегала. У тебя засвербило по серфингу в одном месте. Это да. И ты сильно и быстро его вооружила. Да. Прикинь, малыш? Да. Я сам. И Вашка решил стартануть. Здравствуйте. Добро пожаловать на наш берег. Какой берег, малыш? Ты знаешь, что тебя там ждет готовка супа? Да, сейчас я иду готовить суп. Нельзя так говорить в соцсетях. Тишина, безветрие. Красная вода в Волге, говорят, это от песка и глины. Этой весной вода в реке очень сильно поднялась из-за обилия осадков. Во многих местах берег осыпался очень сильно. Даже сейчас уровень воды в Волге на 30-40 сантиметров выше, чем в прошлом году.
Пока стоит полное безветрие, мы решили на досках с веслами смотаться на тот берег. На этой стороне ситуация такая же. Береговая линия отодвинулась метров на 50. Зато здесь все обильно разрослось. Даже присутствует какое-то цветение. Вот в этом месте, где стоит Наталья, должна была проходить линия разделения воды и суши. Мы продолжаем кайфовать на природе, на Волге. Вот малышек сидит, обалдеет. Вот она сегодня сделала нам обед. Сделала борщик такой из баночки. Вот. Вот у нас такой стол. Вот у нас цветы в нашей столовой. И вид из окна. Смотрите, какой вид. Так что давайте всем... В банке попался огурчик альбиносик, даже без пупырышков. Может, а может это не огурец, может это мини кабачок какой? Нет, похоже на огурчик. Вот, но сейчас у нас сейчас еще подходит салатик. Вот Наташкин сделала салатик тут. Собрала все, вот с участка подмела, грабли купила, блин, и сделала салат. Борщ классный получился, блин. После обеда наконец-то подул ветерок, и нам все-таки удалось походить под парусами. А вот он малышек. Ну, я жду разрешения. Давай, жду. Молодец. Че так будешь стоять? Да. Я не понял, малышечек, ну в чем дело? Сейчас стопорнуло, что ли? Стоит.
День у нас пролетел быстро, был такой насыщенный, интересный. На завтра обещали хороший ветер, так что завтра погоняем на виндсерфинге. Ветреное утро. На Волге волнительно. Малышик после пробежки занимается. Встает в разные загадочные позиции. Доски все мокрые. Туман был ночью. А рыбак уже сидит на своем месте. С утреца у нас пробежка и зарядка. Утренний завтрак в палатке. Сидим так, наблюдаем, а там боржа шиздует. Красотень. В этот раз что-то какая-то огромная, да? Угу. Не, она просто очень быстрая. Вот чем хорош это место. Тем, что прямо у реки видна вся-вся движуха, которая происходит на этой речке. Одна прошла боржа здоровая, вот вторая идет. Здесь она пустая идет. Так, ну чё, доски ждут. Надо рискнуть пойти походить немножко, да? Как вы считаете, девочка? Да, начинай. Одевать гидрик, да? И идти? Сегодня ветерок задувает. Даже очень прилично. Я пока не решаюсь. Но вот у нас есть самый решительный. Собирается побороться с ветром. Да уж. А я уж так пока с берега понаблюдаю. Но Наталья не выдержала и тоже пошла. Держи, держи, держи! Молодец!
Девочка чешет к берегу. Сегодня у нас штормит. Серф отдыхает. Успели сегодня уже парус немножечко рвануть и заклеить. А вот здесь фотокорреспондент. Ну-ка покажись мне. Малышек, тебя не видно. Вот он на ветру. Посмотрите на нее, а. А я сейчас пойду. Вечерок, ветер стих, Наташка кормит чаек, а я у костра тут сижу, вот, колдую на двух шампурах с сардельками. Такая нямочка у нас с костра, а там у нас... чайки летают и нас радуют. Вот такая у нас картина живая за окном. Как же красиво. Прикормили чаек здесь. Вот, прикормили чаек. Они здесь борются за каждый кусочек хлебушка. Неожиданно. Посидели, поужинали, накормили чаек. Солнышко прячется, уже темнеет. Наташка захотела сделать еще костер. Хочу, мол, и все тут. Ну как ее отговоришь? Комарики, кстати, здесь есть, летают. А вот, кстати, в палатке, да, 2-3 ночи комаров вообще нет, да, Наташкин? Вот и прошел еще один день на природе на берегу Волги. Как и ожидалось, сегодня был хороший северо-западный ветер. И мы от души нагонялись на виндсерфинге. Активный отдых продолжается на свежем воздухе на Волге. Oh,